Итак, ребята, это не реклама холодильника, если там видали надпись холодильника. Так, ребята, что мы сегодня будем делать? Интересный сегодня будет ролик, я вам обещаю. Итак, ребята, сегодня я хочу построить именно каркас для компьютера. Корпус полностью из картона. Будет довольно интересно. Да, но для начала нам нужно его хотя бы как-нибудь нарисовать, представить, как это будет. Итак, рисуем. Итак, как же у меня будет выглядеть мой корпус? Вообще, как он выглядит, допустим? Вот так вот, так вот, вот так. Это у меня обычно квадрат. Теперь нужно как бы его нарисовать. Теперь это будет... Обычно материнская плата находится вот здесь, да? Да, где-то здесь стоит. Ладно, к черту схемы. Настоящий рейдер-дорог делает без схем. Что же нам для этого понадобится? Для этого понадобится очень много поколений. Дальше нам понадобится, возможно, скотч. Степлер, я думаю, точно понадобится. Пистолет, спермоклей. Ну и, конечно же, для спермоклея заряды, гандончики. Так, окей. Канцелярский ножик. Шнурка красочная для отметки линий. Зачем? И какая-то херня. Также нам понадобится болгарка, лобзик, дрель. Что нам понадобится? Вот такой старый сварочный аппарат. Ну что, давайте приступим уже что-нибудь делать. Почему я сразу этого не сделал? Так, ну что можно сказать? В принципе, мы уже сделали почти полдела. Мы сделали уже вот эти детальки. Мы сделали вот эти детальки. Теперь нам останется сделать, в принципе, довольно-таки важную вещь. Нам останется сейчас наметить, где будет кулер. Наметить дырки, чтобы было все четко. И, конечно же, наметить, где будет стоять материнская плата. И все под нее вырезать. Ну а дальше уже будем делать что-то. Думать, как, из чего и вообще. Как лепить, как приклеивать, как крутить. Пока не знаю. Ну, придумаем. Дорогие друзья, вот я и закончу делать вот этот вот кордонный ПК. Да, вот так вот все получилось. Хочу сказать сразу же, я очень сильно честно сказать, очень сильно заколебался делать этот вонючий корпус, потому что ничего не клеится, ничего не держится. Он просто весь развалился у меня просто на глазах. Я уже не знал. Ни клей не держит, ничто не получается. Но тем не менее, все получилось нормально, потому что я разметил все дырочки, все как есть. То есть, как есть настоящий корпус, мы сделали из кордона. Какие плюсы? Легче, на нем можно нарисовать какой-нибудь свой личный рисунок, и будет все четко. Из всего самое лучшее, что помогло собрать эту хрень, это вот эта сперма-штука. То есть это вставляется сперма-пистолет, и, в общем-то... Но, как обычно, когда ты начинаешь что-то делать, и у тебя начинает получаться, пожалуйста, результат. Он развалился и перестал работать, и пришлось опять делать непонятно из чего. Да, ребят, я понимаю, что, возможно, для многих это подделка какая-то херня. Для меня, в принципе, тоже особо ничего не значит. Но, ребят, это просто DIY, и, не знаю, прикол какой-то. Если ты думаешь, что это так просто, попробуй повтори и потом напиши мне комментарий. А с вами был ваш... Слышите? Они меня аплодируют, приветствуют. Ребят, с вами был ваш Raider Dog. До новых видео, всем удачи и погнали! Ну что, ребят, вот он весь этот корпус, посмотрите на него, нормально и все четко, все чикаго, легкий, весит, просто пушинка.